Хочу показать вам свой очередной эксперимент с индукционной печкой. Вот та же самая катушка. Это у меня тоже такая плоская катушка, намотана двойным, и они соединены последовательно. А это просто с индукционной печки через конденсатор. Идет сюда. Ну, лампа это для того, чтобы печка включалась. Потом я его выключу. Ну, самое главное. Вот эта лампа. Она напрямую подключена к 220. Я сейчас его включу. И мы измерим, сколько на нем будет. Какое напряжение. Сколько ампер будет? 3. 3,10, по-моему, где-то так. 3,12, 3,13, ну, как-то так. Это сети. По нему невозможно определить, на какой этот. Но сейчас мы напрямую к печке ставим. Амперметр к печке ставим и запускаем печку. На 10 я его выставляю, на 10, чтобы она слишком много. Вот до 4 поднялся, я сейчас его выключу, эту печку, эту лампу. Получается у нас вот эти, я без очков не могу определить, но там слишком много что-то поднялся. 3,73 получается, там стоит 3,73. А у нас лампы горят, я думаю, почти одинаково. Я не могу определить, но почти одинаково, думаю я. Здесь они одинаковы. Но я заметил то, что вот эту сетевую лампу, когда я включаю, она почему-то амперы здесь увеличиваются. Я сейчас и на 20 или 30 ампер, она миллиампер увеличивается. Сейчас я 300... Выключу его, и она упадет. Вот. С 380 почти... С 380 почти упал до 361, до 350. Ну, короче, видите, она падает. Я не знаю, каким образом она влияет на него. Вот эту сетевую лампу, которая напрямую в сеть включена, я его включаю, и она почему-то у индукционной печки амперы увеличиваются. Не понимаю, почему. А сейчас вот амперы вот соответствуют тому, что я тут написал. 3,65 где-то я написал. Ну, это соответствует. 3,65 ампер. А напрямую мы измеряли 3,15 где-то, да? Ну, 1000-ваттная лампочка напрямую в сети, она 3,17, 3,15 где-то. А тут 3,50 с чем-то через индукционную печку она дает. Так что я абсолютно не вижу здесь никакой прибыли. Ну, не думаю, что она намного превышает. Но о прибыли, чтобы судить о прибыли, надо какое-то превышение получить. Но здесь невозможно превышение получить без дополнительного источника, ну, как бы, электронов. Ну, или, я не знаю, может быть, там как-то включить сюда может быть, как-то включить сюда, чтобы подавалось... от катушки Тесла что-то, чтобы подавалось, чтобы оттуда уже черпать электроны. Но здесь то же самое происходит, что с обычным трансформатором. Сколько ты получаешь через трансформацию, точно такой же принцип здесь. Здесь индукционные печки, ты получаешь, то ты имеешь. Не получаешь, не имеешь. Так что... Как бы мы ни крутили с индукционной печки, мы не получаем сверх единицы никакой.
Никакой сверхъединицы мы не получаем, по крайней мере, таким образом. По крайней мере, таким образом. Я не скептик, я не считаю, что сверхъединицы нету. Еще как есть вообще вокруг все энергия. Абсолютно все вокруг энергия. Но ни из чего нельзя что-то получить, поэтому здесь индукционная печка, она дает какой-то ток, то этот ток мы здесь получаем. Так, поэтому ничего страшного я не вижу. Надо здесь, чтобы получать сверхъединицу какую-то, надо использовать катушку Тесла. Это мое мнение. Надо поставить катушку Тесла каким-то образом, чтобы она выдавала лишнюю энергию. Я пробовал тут сети, включать сеть и сети подавать немного электричества на него, но сети она не идет. Сети она не идет, потому что что получается ровно сети ты потребляешь лишнее, она сколько она потребляла, столько она и потребляет, а сети то, что ты дополнительно туда подаешь, она получается просто так ты еще дополнительно энергию тратишь. Она сколько на него тратишь сети, столько она сверху ты тратишь. То, что она тратит, она ничуть не убавляет. Поэтому тут надо подумать, как, каким-то образом надо сделать так, чтобы дополнительно получать электроны откуда-то. Я думаю, это возможно только со стороны. Или другую печку поставить так, с него запитывать, и может она получится меньше. Или, скорее всего, я склонен катушки Тесла. Катушку Тесла поставишь, и как-то надо устроить, чтобы резонанс все сохранялось. Только так. Невозможно с него получить сверхъединицу. Это все сказки. Кто бы там ни говорил, невозможно сверхъединицу получить. У нас, по крайней мере, 65 отнять 15, получается 40, да? Нет, 50. 50. 50 миллиампер мы потребляем лишнее здесь. Ну, я не знаю, тут можно, наверное, сделать таким образом. Можно это использовать теплоту, что ли. Я не знаю. Ну, сами подумайте. До свидания.